Всем большой привет! Сегодня будем удалять косточки из черешен с помощью обычной банки. Этот метод мне нравится тем, что в ягодах сохраняется практически весь сок, а руки остаются чистыми. Приятного просмотра! Берем обычную банку с закручивающейся крышкой. Снимаем крышку с банки, кладем ее на досточку, которую не жалко испортить. Находим в хозяйстве самый большой гвоздь и пробиваем им по центру крышки дырочку. Дальше аккуратно, чтобы не поранить руку, расширяем дырочку до размера косточки, примерно 8 мм. Делаем это круговыми движениями с максимальным нажимом. Затем закручиваем подготовленной крышкой банку и приступаем к удалению косточек. Ставим ягоду на дырочку, берем трубочку из опрыскивателя для цветов и выдавливаем косточку. Также для этих целей подойдет обычная шариковая ручка. Снимаем с нее колпачок и получаем трубочку. Черешни сохраняют свою форму. В них остается практически весь сок. Можно использовать соломку для коктейля, но она должна быть плотной. Мягкая не подойдет. Работать с таким нехитрым приспособлением – одно удовольствие. Кругом чистота и порядок. Косточки находятся в банке. Их потом можно с легкостью оттуда высыпать. Руки при этом сухие и чистые. Не нужны никакие перчатки. Если вам понравился мой способ удаления косточек из ягод, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Делитесь в комментариях своими методами извлечения косточки из вишни и черешни. Будем вместе пробовать что-то новое. Спасибо за внимание!